Эй, сколько намадов вы за сегодня убили? Ага, у вас на лбу написано.
Такер, я на месте. Да, похоже, Лимбо с приятелями здесь уютненько устроились, прямо у дома. Ты говорила, у него лицо в шрамах. Еще приметы есть? Он ходит в зеленой куртке, как долбанный лепрекон. Принеси мне его монтировку, Сент-Джон. И желательно, чтобы на ней была кровь с его скотской рожи. Я понял тебя. Отбой. Ты где? Нет, он мертв. Какого черта? Здесь кто-то есть. Ну, где ж ты прячешься, Лимбо? Думал, можно заявиться в Hot Springs просто так, без последствий? Назад!
Железный зуб еще при тебе, да? Мародеры пошли на фриков! Флаг вам в руки! Черт, снайпер!
Тебе уже ни к чему. Это поправимо. Порядок. Ну, давай посмотрим. Вроде порядок.
Открывайте. Это же Дико. Ты же Дикон, да? Эй, Зенни, руки как? Чистые? Пожалуйста. Лады? Ну, пока, Дик. Трудись давай. Хватит балду пинать. Я могу помочь? Нашел этого ублюдка? Ага, вот его монтировка. Все, как ты просила. Молодец. Дик, в таких делах я всегда рассчитываю только на тебя. Слушай, я понятия не имею, куда вы с Бухарем свалили, но я рада тебя видеть. Мы недалеко, Такер. Если что, ты знаешь, как меня найти. Иди к Алкаю, я переведу кредиты. Ну, как дела? Они меня не отпускают. А зачем тебе уходить? Здесь безопасно. Тут тяжело. Ясно. Ясно. Рад тебя видеть. Решил к тебе заглянуть. Что? Тебе что-то конкретное нужно? Хватит балду пинать. А ну-ка за работу. Ладно, я тебя понял. Чем еще могу помочь? Тебе еще что-нибудь нужно? Спасибо. Хорошая пушка. Для одища что надо. Держи, как с завода. Эта штука тебе пригодится. Вот, держи. Еще что-нибудь? Загляни, если что-то нужно будет. Ну, увидимся.
Ты же Дикон, да? Эй, Зенни, руки как? Чистые? Я открою. Осторожней там. Слава богу, ты должен его догнать. Они уходят. Кого догнать, Такер? По порядку. Роуча, Роуча, ты его знаешь. Он был с Леоном и Альварес. Но я ему доверяла. Да уж, Такер, не надо было. Да, он забрал остатки лекарств и ушел на север. Мои парни потеряли его где-то в районе Мэрион Форкс. Ладно, попробую его выследить. Такер, да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец связи. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Эй, слушай, водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Да, лагерь? Какой лагерь? Покажи, где? Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером, он поможет. Я думал, у меня крышка. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, это конец. Спасибо. 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 Я Дикон. Они меня знают. Просто держись подальше от дорог.
что тут произошло. Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее. А вот это интересно. Так, надо осмотреться. Не переживайте, я вернусь и доведу дело до конца. Вот так. Ну вот, порядок. Посмотрим. Навык не растерял. Такер, я его нашел! Похоже, он, видимо, ждал кого-то. Дик, не дай ему уйти. Он нужен мне живым. Чего? Охренеть! Живым? Мы обнаружили, что еще кое-что пропало. Пусть расскажет, где заныкал. Yeah.
черт! Ладно, я постараюсь! Эй, Роуч, куда это ты собрался? Я ведь еще здесь, паскуда! Ладно, раз по-хорошему не хочешь! Эй, притормози, я ж поговорить! А? Тебя, Такер? Говорить послала! А если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже труп! Роуч, куда ты так торопишься? Я знаю, что ты сделал с Леоном Альварес! Да пошел ты, Сэм Джон! Ну что, Роуч, как твои дела? Видишь, я же сказал, что не убью тебя. О, Дик, нет, я ничего не сделал. Такер считает иначе. Я так понимаю, Леон и Альварес смылись из лагеря с препаратами, а с тобой поделиться забыли? Нет, Дик, нет. Нет. Объясни мне логику. Я хочу понять. Ты решил забрать все, что осталось, пока старуха не видит? О, Дик, у меня при себе ничего нет. Обыщи меня. Не, это не моя работа. Пусть этим займется Элкай. Такер, он у меня. Дик, отметь координаты, и пусть Элкай вышлет людей. Я знаю, что ты сделал с Леоном. Слышишь, Дик? Ну, пожалуйста. Он жив? Препараты при нем? Дик, пожалей меня. Да, мы же вместе пока гоняли, ты и я, мы с друзья были. Но если хотите живым его и застать, пусть Элкай поторопится. Конец связи. Нет. Бухарь, ты меня слышишь? Я не хочу умирать. Да, Дик. Не бросай меня здесь. Тупой вопрос. Развяжи меня. Ты не знаешь, где взять? Ах ты, сука! Чтоб ты сдох! Да девчонку ту хочу хоть чем-то порадовать. Она такие раньше вроде собирала. Ну, глянь в сувенирной лавке у Белнап Крейтер или в Мэри Энфоркс. Ага, ладно, спасибо.
И вот сегодня я узнал. Патруль бандитов, черт! Майк? Какого? Черт! Мы только начали! Попал. Вот так. Ну вот, порядок. Черт! Сувенирная лавка должна тут где-то быть. Thank you.
рада, что ты еще жив. Открою ворота. Эй, как дела? Эй, Зенни, руки как? Чистые? Байк жрет нехило. Пока, Дик. Да? Дик, надо кое-кого выследить. И кого именно? Что произошло? После того, как ты привел ту девушку, Лизу, Ларсон привел еще одну. Ее зовут Роуз Аллен. Хилая, конечно. Ну, вроде к работе годная. Мы ее отправили канал растительный копать. Так, ну и что дальше? Она пропала. Ушла за припасами вместе с Алкаем и другими в тот заброшенный лагерь Нера. Ну, ты его знаешь, наверное. Ты ведь там бывал, да? Да, да, я знаю, где это. Найди ее, Дик. В тех краях видели немало и номадов, и бродяг. Если они найдут ее первыми... Да, да, ладно, я постараюсь ее найти. Лиза, я... Уходи. Я тут принес. Красиво. Можно мне с тобой? Мне нужно в Мэрион Форкс. Слушай, я не могу. Слишком опасно. Все, мне пора. Нас тут рано поднимают на работу. Как бухарь говорит, эй, койка зовет. Ладно, идем. Живу.